Здравствуйте, люди. 9 почти утра, 8:55. И вот хочется без адреналина, а никак. С вора вылетело собак. 3 штуки, блях. 1 более вменяемый, 2 вообще полудикие. Ой, блядь. Извините, вот так вот начинаю. Пришлось опять отмахиваться. У меня тут спиннинг новый в чехле. Пришлось еще сигать. Ну, как бы их притормозил, но когда их много, они, конечно, борзы. Это не одна собака, даже не две, а 3 это уже почти в лет стая. Обходят, благо водная преграда была. Пришлось вот сигать, даже не переобувшись в сапоги. Ветерок не такой сильный, как вчера. Вчера был шторм. Обратно я не пойду этой дорогой. Обратно я пойду все той же дорогой мимо карьера. Ну и опять у меня. Вон оно что. Вон какие. И у меня, видите, утки прилетели. Шумно я сильно веду себя, да? Я веду себя шумно. А что, я не снимаю, что ли? А нет, снимаю. С вами Юрич, короче, курсы выживания в дальневосточной тайге, полной клещей. Просто. Собаки хер с ними. Но клещей немерено. Мне вчера знакомый Степаныч написал, что на даче снял 10 уже с себя. Один в него вцепился. Вот и все пошли. Эти уже бесшумные. Ну, их тут просто, это разные масти, короче, уток, разные породы, они ведут себя по-разному, размер разный, голоса, соответственно. Ой, ну, лепота, самое лучшее время, воды полно, воды как бы прибавилось. Но, с другой стороны, есть шанс, что, может быть, она даже чуть-чуть упала, потому что лед береговой растаял, наверное. Я надеюсь, что он растаял все-таки и сбросило ее. Потому что в прошлый раз, вы помните, я ходил, тут куча берегового льда были. Грязища. Вот сейчас я иду в кроссовках, более-менее. Хочется одеть просто сапоги, чтобы клещей не собирать. Ну ладно, опрыскался. О, полезла первая травка, наконец-то. В прошлый раз ходил, еще ничего не было. Тут уже вот адонисов что-то не видно было. Ну, когда снег еще вылезают, сейчас уже поздновато. Ну, смотрите, начало что-то зеленеть. А вот они, первые цветочки, которые я увидел. Это уже не подснежники, это так. Ну, тем не менее. Вот и вторые, смотрите, голубенькие. Как она весна поперла. Прям ближе к лету. Ну, единственное, что это время самое опасное по части клещей. Ладно, выключаю. Надо идти быстрее. Тем более рыбалка еще в плане. 9:07. Ну что, можно обрадовавшись осмотреться. Вот костровище наше. С осени не тронутое, как мы последний раз жгли осенью, так оно осталось. Это радует, конечно. Это плюс. Это значит, что никто тут особо не ходил. Хотя машина ездила. Вот с прошлого раза, я смотрю, попилили поперек валявшиеся доски. Бревна, то есть кто-то на машине проезжал, ну, ленивый, ходить лень, поэтому ехали практически вот до протоки. Ох, какой ветер, а опять ветер. Ну, конечно, ничего удивительного, вода большая, ну, не такая, что прям гигантская. Нормальная большая вода, как после полудня, тем не менее, она более-менее прозрачная. Это радует. В принципе, покидать можно, если так особо. Я вот думаю, может дальше пройти. Здесь место, конечно, неплохое. Ну, пойду посмотрю просто. Погляжу. Что на перекатах. Да, быстро как зарастает. Тут был галечник сплошной. За 3 года вот наросли кусты. И они сейчас просто забивают все. Никаких следов. Пойма, то есть все в вывах. Да, вот ориентир дерева. Дерево практически все притоплено. Коряга торчащая. Да, ух ты, смотри, они с бензопилой ездили. Ну, это прям свежее, это не зимнее.
Это вот, видимо, недавно, вот даже стружка, я даже не успела цвет поменять. Что, ночевали тут, что ли? Следов не... А, ну вот, палка, да. Ну, короче, груза особо ничего не светит, да. Самое хреновое, что не полетаешь. Ветер опять порывистый какой-то. Вроде вот видимость на миллион, вроде все красиво, но ветер все портит. Ни хера не это самое. Вот видно камушки, да. Вот, да, нет, все-таки это зимнее запило. Вот там запилены. Нет, все-таки это с зимы, с весны запил. Кто-то ездил за дровами. Че ж вы не допилили? Допилили бы ее, была бы хоть сидеть ничего. Ладно, пойду собирать спидинг пока. Все остальное потом. Подгрести все-таки вот сюда. Пойду переобуваюсь в сапоги. Одеваю спидинг. Ну, по настроению. Я вообще планировал вниз пойти. Вниз как бы более цивильно. Ну вот я сюда сбегаю. Вот здесь вот можно прыгнуть. Потом вниз. Это все, как говорится, так. Проверка снасти, тренировка. Вот ветер, конечно. Ветра такого не было. А сейчас, смотрите, задувает порывы. Вот все колышет. Даже низовой, прям понизу идет. Увы, грусть какая. В обед, наверное, будет еще сильнее. Ничего приятного. Хочется так кайфануть, а не получается. В сочной картинке в такой. Не угадаешь, короче. Где найдешь, где потеряешь. О, как шумит. Может, деревья валить такой силы порывы. Журчащие перекаты, с которых сошел лед полностью. Но вода очень холодная. Вот они, коряги. Заглушает рокот все, что можно, да. Но тут даже не перейдешь. То есть перекат-то вот в стороне. Тут как бы вот хороший такой заливчик. Деревья попадали. Часть берега просто смыло. То есть даже уже тропа, которая сдвигалась, ее опять смыло. Вот береза лежит. Она была на берегу, ее вот метров на 5 уже оттащила. То есть река живет, двигается. Ну вот сюда можно было кинуть, тут с метр глубины в этот проходик. Тут можно, конечно, я обратно, может, удочку поставлю, пойду. Как бы. Сейчас пока у меня блестерка. Ну там вообще ничего не предвидится. Еще одно подмытое дерево. То есть тут сейчас не понять даже, как рыбачить можно. Если раньше было с того берега можно кидать, сейчас все подбыло. Все. А здесь кусты, тут папоротник бушует, елки, колючки лезут из-под него, чуть-чуть лимонника, то есть все это клещевое царство, короче. Продвигаюсь, я за поворот там глянуть, можно ли перейти. Я думаю, не факт, что с такой водой я, может, даже не перелезу на этот закуток. С другой стороны, вот смотрю просто, может, рыбу увижу. Я даже гальянов не вижу, это вот плохо. Хотя они были в прошлый раз. Очень даже жирные, лазили в заливчиках, в ручейках. Сейчас что-то я их не вижу. Куда делись, не понять. А, вру, это я их не здесь видел. Это я их видел на карте. Ай-яй-яй, подтазер. 10:43. Ну вот, пришел я на то место, откуда можно сейчас сходить. Выше чуть-чуть до ямы, и, к сожалению, вот ветер просто задался целью все испортить. Смотрю, вот здесь вот рыбы нет. Ну так, прозрачно все, как бы ямка хорошая, а мелочи нет, должна быть гальяны, там что-то еще, вьюды, бычки. Нету их, не поднялись еще пока. Соответственно, и более крупные стоят, ждут. Хотя, может, кариус траванул. Кариусу его особо, когда лед, ему ждать не хочется. Потому что он обычно на праздники, где-то между 5 и 10. Ну, тут не понять с этим годом, когда, какое время. Все сбито, короче, хроноциклы эти. Поэтому не можешь рассчитать. Вот, смотри, как говорится. Да не руки трясутся, это такой ветер, блин, бьет по телефону. Вот там вот ходят деревья, вот я вот там проходил.
Жесть просто. Того и гляди, выворачивать начнет. Стал еще сильнее. Порыв сумасшедший. Сейчас шапку, благо она привязала. Шапку сдувала с головы. На веревке болталась. Солнце радостно. Ну, в остальном что-то. Там вот какие-то тучи на горизонте намечаются. В остальном грустно. Ну, сейчас я здесь по кустам, вот ту мелкую проточку перейду. И вот там, на острове. Заодно там покушаю. И, видимо, покидаю, если ничего не будет. И, видимо, все. Сплошные обломы получаются. Думалось, интересное что-то будет с полетами. Но никаких полетов. Адовая погода. Одиннадцать часов, упобедешь всякую гадость, и она уже тут как тут. Вот сейчас себя уже в своих красных красивых перчаток снял, клеща. Но он не полез на меня, все-таки я химией опрыскал одежду. Соответственно, он ползал как-то так вот вдоль запястья. Перчатки не опрысканы, одежда, рукава опрысканы. Ну, я его скинул, хотел сжечь, но нет зажигалки. Зажигалки нет. Что-то я забыл сегодня спички только, да такой ветер еще. Ладно, и хотел его, блин, на камни грохнуть, а он как-то так раз между камнями. Ну вот это место, куда я хотел прийти. Сверху я его снимал в прошлый раз, пролетая над ним. Красивое оно было, все в снегу, во льду, с пробоинами. А сейчас вообще полностью все промыто. Там вот выше база наша старая моя, престарая. Ну, туда я не пойду, потому что реку перемыло там. Где кидать ям нет. Вот здесь вот яма, покидал в нее. Сейчас, может, еще воблерок, блесну поменяю. Ну, уже для очистки совести, потому что глухо, короче. Глухо, глухо, глухо. Ничего нет. И ветер этот постоянно, постоянно, короче. Ветер под руку. В общем, грустно. Сейчас опять буду по этим дебрям выбираться на остановку, потому что тут автобус ходит плохо, редко. Мне придется туда к ТЭЦ топать. Ладно, пьем чай, кушаем оставшиеся оладушки. У меня еще тут фишка есть. Ты вчера так пожарил, ну что-то так почти все и сожрал. Хотел взять с собой в это самое, как говорится, в поход, но все скушал мимоходом. Видел, что там нельзя, нет, потому что уже стало. Прошел минут 5, думаю, не катит. Ближе к Амуру вышел, как бы там порывы, все, думаю, не поеду. Занялся делами, и сегодня опять, елки. Сегодня вроде штиль был, все было нормально в городе, а тут приехал, вот, что творится. Грустно, облом. Паучок бежит, вон. Сейчас бегали муравьи рыжие. Причем их много было, не один, не два, а прям пачка. И попрятались. Прям вот здесь вот в траве я их взять хотел просто. А, ну вот, несут уже, чего-то несут. Вот он, муравей рыжий. Вот, двигается. Такую тушу тянет, что-то вот грузище урвал. Так, ну вот, я поснимать хочу. Я сейчас задумчивости, как идти. Или вот здесь через кусты заросла дорога. Дошел до того места, где я был в прошлый раз. Или все-таки вдоль речки. Ну тоже срежу, не пойду совсем вдоль речки. Просто посмотреть хочу. Устал, потел, блин. Вроде холодно вот сейчас, а в то же время жара. Так, это вот здесь я сидел в прошлый раз, на этом плоском камне. Посадочная была. Так, а подтоплено-то хорошо. Корягу нашу уничтожили. Ее из-за этого подбывать начало, из-за того, что она так легла плохо. В принципе, я могу даже к коряге перейти, да?
интересно, как сломало там елку, ветки торчат. А погода-то портится. Смотрю на телевышку, и вот тучи за ней. Короче, к вечеру будет, наверное, опять с севера какую-нибудь хмарь притащит. Так, ну здесь вот посмотреть. Лягушек я видел. Лягушки вовсю плавают, короче. Вполне себе бодренько прячутся, ныряют, дышат, в общем. Вполне себе живенько так. Вот ямка хорошая. Мутноватая, ну, в принципе. Если вода будет так не спеша осаждаться, да, то нормально. Кстати, костровище наше появилось. Так, ну ладно. Зайду еще посмотрю нашу позицию, старую диспозицию прошлогоднюю, где у нас костер, там все как бы, что там, просто из любопытства. Кидать уже ничего не буду, тут кидать уже нечего. И потом, наверное, через кусты вот так вот срежу. Разницы нет, что так, что эдак, один фиг. Хотя так, конечно, лучше, я так бы больше срезал. Неохота оставлять вещи. Вроде нет никого. Ладно, схожу. А все равно. Кто-то на джипе там ездил. Доехал почти до упавшей березы. Береза их загородила, путь не дала. Так, мне еще интересно залоб там как выглядит. Можно, конечно, еще тут покидать для очистки совести. Ну, сейчас гляну. Если соблазнить ее залоб, то покидаю. Плес совсем обмелел, что-то закидало его камнями. Проточку тоже закидало гравием. Так, держу крепче, а то норовит из рук вылететь. Спотыкаешься еще. Ох, какая яма. Как марена прям. Смотрите, вот берег высокий. Резко, интересно. Ну там за ним самое интересное, что там течет протока большая, она вот здесь где-то впадает. Вот тут и еще одна здоровая течет еще дальше. И тоже ниже впадает. Поэтому кажется, что тут как бы капитальный берег, и там банка. То есть река тут тоже ветвится. Они, конечно, мелкие, там ходить в болотниках, но все равно ямы есть хорошие. Жалко, как изуродовали, а он такой был. Главное, что воду не пропускал. И сразу яма за ним превратилась, в которой купаться можно было. И прочее, и прочее. Она превратилась в мелкий, в обычный. Ну, еще чуть-чуть есть, но уже заканчивается. И судьба. Да, вот смотрите, как. Чурбаков бы сюда пилить, сидеть. Ох, кайфово было. Так, ну место под палатку еще остается, хотя совсем баловал. Кто-то, кстати, после нас это делал. Это уже после нас кто-то делал. Вот это делал, наверное, рыбу как-то. Ну, здесь все по-прежнему, да. Да нефиг там делать, вообще ловить там нечего. Все по-прежнему. Ладно, пойду я тогда наискось через ветки попробую пройти этот островок. Там вообще засыпало гравием. О, под залобы туда накидало гравием. Совсем мелкое стало. А, ну вот, пробыло ближе. Все понял я. Здесь палка лежала, ее туда вот сдвинуло. К залобу. И пробыло. Там вот пробыло. Вот. Короче, река опять пошла. И вот она пошла гульнуть. Но это как бы не основное. Она вот здесь вот выходила. Вот. Вот тут она выходила. А сейчас там, вон там вот затишок что-то не идет больше. Замерзший. Здесь тоже смотрю под берег под собой. Вот, в принципе, еще так. Прилично. И вот опять что творится. Ураганит. Ураганит. Ладно. Такие огромные, ну конечно не сильно огромные, где-то есть и покрупнее гораздо, но для этой речки они большие камушки, заметно окатанные все, то есть все дома сделано ими, то есть тут несло, от скалы откалывал, их окатывал, и
отнесло сюда, и там они выстилают горы. Берег даже меньше, меньше играли, чем там. Ну что такое опять ветер? Так разрушен, красиво все. Вот там была точка, если бы можно было перебраться на тот берег, если бы была бы рыба, можно было, конечно, дойти вот до того бревна. Увы, что-то крокодил не ловится. А с этой стороны я показывал уже жуткие абсолютно карьеры. Сегодня его показывать не буду. Даже там, где я буду перебираться, наверное, снимать не буду. Ну, нафиг. Ничего красивого. Тут можно посмотреть сверху. Нет, ничего я не вижу. Никто не ходит. Все грустно. Никаких стаек не видно. Только лягушки зарываются. Лягушек полно. В любой луже они, жабы, лягушки, лежат, зарываются, ну, даже не всплывают. Вот, кстати, похоже, они от них. Круги. А вот лепина. Далеко. Ну, слетать бы можно было, конечно. Слетать не проблема. Полтора. Ну, не вот такой дикий ветер. Все, сейчас я опять на сухого дерева двигаюсь. Так, вот уже самое последнее. Так, не знаю, кто.